Ботов первого строка все стоим? Может быть. У меня пока до ботов еще там далеко надо. Еще очень много контента еще наделать. На самом деле. Тебе какая стратегия? Да, мне тоже. На самом деле, сам не знаю, какая стратегия. Стратегия сейчас что-нибудь такое хайлайтовое замутить. Вот, либо какие-то ваши идеи всегда предлагайте, типа. Что-то на телефоне только надо этот поднять яркость, чтобы больше чатика видно было. Мне, кстати, нравится такая вот стратка с третьей хатой, да? Вообще, по-моему, крутейшая. Представляете, сколько сейчас квин просто-напросто будет. Сейчас больше квин сделаем, меньше этих. Меньше всего остального. В принципе, нам же не нужны линги, чтобы отбиваться от рипера. Вообще, кстати, пригодились бы, наверное. Но рипера не будет, поэтому не вижу никаких проблем. Все, пошел рипер. Рипер первый. Ну, он собирается убить. Эта вот хата, она была изначально просто призвана отбить рипера. Понимаете, сколько она времени нам выигрывает. Пожалуйста. О, нет, слушайте, он собрался агрессировать. Ну за что, братишка? Ой, не, ну это жесткий прессинг. Ух, отбились. Надо уже еще одну ставить. Так, ну что, не знаю, сейчас мстить будем. Скорость лингов готова. А вот коров маловато. Тогда что, я сейчас еще парочку потеряю. Не зря ты их сделал, да. Сергей-то зоопарк, ну.
Так, он делает дабл-агрейды, а что у него тут? Ой-ой. Так, короче, вот эта корова будет. Это корова-исследователь. Она, ну, должна дать максимально всю инфу по всей карте. Так, и мы тем временем переходим в следующую технологию уже. И в следующую базу. А плетки, я с тобой согласен. Вот плетки надо перекопать в более полезные места. Так, расставим зерлингов. Так, я думаю, нам нужен будет в любом случае что-то типа Нидуса, возможно. Он контролирует все базы. Ну, это я не знаю. С ним будет тяжело справиться, наверное. Он такой подготовленный боец. Опа, а два зерненька справляются с рипером. Теперь это моя штука. Корова все еще летает. Заказываем сколько? 20 коров. Сколько у меня квин? 5. То есть мне должно хватить на все хаты абсолютно. Так, я предлагаю сейчас использовать новейшую стратегию, а именно новейшую разработку зерговской вообще расы. Так, тут мне надо пару этих. То, что он начинает выходить в макро. Да, это определенно наша стратегия. Мы будем использовать, короче, тактику. Кодовое имя «Грибной дождь». Итак, начинается облава. Наш грибной спецназ. Блин, ребят, не застревайте. Ладно. Оу, Тед, привет. Искал обучающие видео по СК и был рад, когда наткнулся на твой канал. Полезная инфа без всякой шелухи, маты и клоунады. Успехов тебе в развитии канала. Спасибо, спасибо. Спасибо большое, Валерий, за поддержку. Рад, что помог. Немножко у меня бывает шелухи там всякой. Ну так. Чаще, да, все чисто и честно. Давай, давай, грибной дождь. Он не ожидает, сейчас грибной дождь идет на мейн. Это просто настоящая облава.
Ну, он знает, что надо поднимать свои войска. Давайте, грибные ребята, пожалуйста. Черт. Грибникам придется защищаться своей жизнью. Дед Пэрвет долго искал канал, где вбывают какашные стратки, пока не наткнулся на тебя. Спасибо за контент, удачи в развитии канала. Спасибо. О, давай, грибы! Грибной дождь! Грибной спецназ. Так. Ну, он прям справляется. Тем временем мы выходим в макро, ребятки. Бэквин, правда? Так, как мы будем атаковать сейчас эту историю всю? Мы возьмем, наверное, часть сюда и часть сюда. Все, грибы, спасайтесь! Походу, мы ему инженерки размяли. Кстати, у меня куча лингов есть. Это была обманочка. Грибной дождь.